Добра вам. Нас ждет миссия возмездия. Но перед этим нам надо к ней подготовиться. Эта миссия наземная выглядит как. Поэтому нам надо два корабля, я думаю, взять прикрытие. И два корабля торговцев. Я думаю, вот этих два корабля нам хватит. Нужны офицеры. Вот тут у нас подлечились ребята. Так, тут даже, смотрите, капитан есть. Хороший, нет. На торговых судах хорошие офицеры не должны плавать. Смотрим, список увеличился. Уже можно что-то интересное выбрать. Давайте посадим среднего, вот, среднячка. И здесь также тоже по тридцатке где-то, по двадцатке. Чтобы было. Проверяем по команде. То есть оптимально должно быть. Из резерва мы не хотим брать. И мушкеты мы, естественно, дадим им какие-нибудь слабенькие, потому что им-то воевать не придется. Здесь тоже проверяем. Здесь уже оптимум. Но здесь даже максимум, я думаю, 40 человек. Минерва еще может отстреливаться. И здесь бы облегчить кузов корабля, чтобы больше поместилось людей. Это у нас где находится? Здесь меньше веса становится. Это тоже не то. Так, тут даже этого, видимо, нет. Less capacity — это меньше вес. То есть больше армора, да, то есть это укрепляет, наоборот. А облегчает? Облегчает я не вижу. Но можно сделать по-хитрому. Пушки не нужны. Так, секунду, 320, 400, да, в принципе. Зачем мне пушки перевозить солдат? Набираем. Здесь я так и не решил, на самом деле, что делать. Стоит ли вот, допустим, мортиры брать? Возможно, давайте возьмем. Пускай будут один полк мортир. Не хочется распыляться. Сложно решиться, на самом деле. Вот, кстати, да, more capacity. То есть облегчает кузов. Берем. Так. И смотрим теперь. Вот. Плюс 7,5. 320 так и остается, я не понял. А, 75 человек, да. Ну, 1500. Берем. И тут также. Увеличиваем. Все отлично. Потеряли немного денег, но ничего страшного. Высаживаем с кораблей, которые проходили миссии, всех. Потому что нам сейчас понадобится и народ. Полностью снимаем. Эндуранс. Так, у нас будет два корабля. В принципе, тут самые здоровые, я смотрю. Поэтому я оставлю их. Много очень вернулось. Смотрите, восстановились. Здесь докупаем.
людей. 640 пускай будет. И здесь также закидываем ребят просто всех. Апгрейд. И 640. Отлично. Два корабля прикрытия у нас есть. И снабжаем войсками. 33. Ну, давайте все-таки возьмем. Пускай будут одни с мортирами. Тут еще более крутые какие-то потом появятся. Сажаем в Минерву их артиллерию. Если что-то получше, то же самое, ничего нет. А, надо докупать еще. Их же еще надо покупать, да. Ой, ну что, покупаем. Командир есть какой-нибудь у нас хороший? Сравниваем. 40 получше. Так, и у нас тратится, то есть глупо, почему не 100, допустим, было? Потому что 150 у нас будет. А, нет, смотрите. По 50, значит. 105 и уже 2. Ладно, доведем до 3. 120. Тогда до 4. Угу, 200. Ну хорошо, 200 так 200. Или подождите, я лучше куплю отдельно, наверное. Где эти мортиры вообще покупать, я только не очень понимаю. Здесь их нигде нету. Ладно, нету так нету. Здесь можно было починить и еще команду тоже снять. Вот, командира. Ладно, уже у нас довольно-таки много, не жидимся, проверяем. И из резервов. Ну, кстати, из резервов можно взять на самом деле. Сразу им эффективность или, то есть. Плюс 5 к эффективности или плюс 5 к эффективности и 10 стамин. Но я думаю, тут очевидно, как бы, что брать. А здесь берем морячков. Следующих я не могу взять, а тут больше и нет. То есть эти самые прокачанные получаются уже. Разведчики мне не нужны. Берем Лонгерленд. Так, давайте подумаем над оружием. Им надо каких-то наземных. Ну вот давайте. А, это в мели они слабо довольно-таки дерутся. Вот 600. Нам их передавали. Ими будем пользоваться. Не вообще никакущие будут, конечно. Но с командиром уже более-менее. Пока давайте на 200 берем. Мораль, эффективность, стамина, эффективность. Мораль. Так, перевес. Я вас понял. Что-то... Ладно, тогда 50 сгружаем. Нет, даже 100, наверное. Будет по 100 у нас. Сейчас посмотрим. И еще 50. Ну, давайте 125. Вот. Нет, давайте тут 150, потому что они более прокачаны. Готово. Дальше здесь. Здесь у нас очень много веса. Поэтому вообще можно по 300 загрузить. 243.
давайте все пушки, что есть. Но мне на самом деле надо будет ли вообще столько? Мне кажется, это я уже в перебор ухожу. 200, давайте. Я думаю, по 200 мода, наверное, больше, чем достаточно будет. Смотрим, что у нас есть еще. Вот, Чарли. Тут 200. И здесь, вот здесь уже можно побольше загрузить. 300, допустим. Ему даже не нужен был этот хул вообще. 300, 200. Такая орава. Еще здесь по 600. Снесем все, что вообще шевелится. Да, это ошибка была. Ну, снимать. А, интересно, можно ли это переставить куда-то? Ага, нет, это еще я заплатить должен. И я что-то увлекся, и у меня денег не осталось. Вот так бывает, когда не смотришь, тратишь. Ну ладно, я, получится, захвачу миссию, получу 25 тысяч, и следующий месяц начну с нулем. Но у меня уже есть команда, в принципе. То есть команду мне уже набирать не надо будет. Так, давайте прочитаем, что вообще 12 августа 1976 года происходит. Морской комитет решил раз и навсегда разобраться с островом Блок. Помимо того, что он является важным портом снабжения для Нью-Йорка, он также используется в качестве базы для атак на наши корабли. Вам приказано атаковать остров и захватить порт. С островом Блок в наших руках ситуация с поставками у британцев будет гораздо более нестабильной. И наши корабли снова смогут безопасно плавать в этих водах. Ну давайте. Что у нас тут? Вперед тир 3, сзади тир... Сзади не тир, торговцы. Так. Капитан, британские военные корабли отправились из порта в поисках наших кораблей. Они не будут мешать нашей миссии. То есть я мог вообще все брать пехотные. Так, вы можете свободно высадить свои войска и атаковать порт. Наши корабли достаточно пострадали от британских набегов с этого острова. Пришло время расплаты. Захватить порт. Миссия проста. Неплохо тут такое местечко, я вам скажу. Карта довольно-таки маленькая. Есть ли у них тут батареи? Батареи, да, вот есть, стоят. Ну, тогда просто подплываем здесь аккуратно. Встаем. На привал, так сказать. Курим, отдыхаем. Минерва еле плывет. Загруженная там войсками. Но и мы их всех все равно сможем конвертировать в морячков в следующих миссиях. Ну, что-то 80 тысяч куда-то просто исчезло. Не ожидал я такого. Проверяем, здесь никого нет. Аккуратно выставимся так, чтобы прикрывать. Смотрите, пол острова мы, в принципе, простреливаем. Так, мне кажется, здесь будет быстрее сделать вот так. Человек. Это жесть, конечно. Тут по 90 человек. Ну, блин, неохота терять капитанов. Мне их жалко. Давайте я вначале
этими ребятами встану, и тогда уже сзади будут морячки. Высаживаемся. Мне почему-то кажется, что будет очень простая миссия. Еще 200 человек. 200 артиллерии. А что, вы на лодках перевозили пушки? Что-то пушек я не вижу. Возможно, это глюк. А, не, есть мортиры вон, да. Ну что, встаем в ряд на горку, вот как-то так красиво. Угу. Разведчики уже видим. Тут тоже. Так, тут уже стреляют. Давайте замедлим, как-то слишком быстро тут все начало происходить. Что вот они делают? Непонятно. Куда они поплыли? Давайте на этот берег. Идет уничтожение. Давайте. Так, ребята, можно подождать чуть-чуть? Куда вы все разбегаетесь? Все. Тут тупят, товарищ. Я не удивлен. Даже выгрузить не успеваю. Вы тут. Так, отлично. Уже мест нет, в принципе. Тут более удачно высадились. Мортиры как-то не очень полезные, честно вам скажу. Все, все высадились. Встаем. И видим. Стоят тут, улыбаются. Давайте. Продвигаемся по чуть-чуть. Поплавать решили. Во фланг заходим. Смотри, умеет ходить по озеру. Это скилл полезный. Продвигаемся. Тут вообще, мне кажется, без шансов будет. Морячки добьют. 200. Такая зачистка идет по всему острову. Строим. Так, давайте-ка разок выстрелить по ним, чтобы флангуют. Здесь уже мы видим окопанных товарищей. Соответственно, встаем. Угу. Тут аккуратно. Тут мы видим, что там нам хотят во фланг зайти. 280, я думаю, стоит подойти. Угу. Вот они, ребята. Тут
стоим. Тут стоим. Так, тихо. Главное, без паники. Медленно окапываемся. И разбираемся пока что на правом фланге. Да, вот тут. Тут также. В рукопашку, смотрите, побежали. Ну ладно, давайте, ребят, помогаем. Догоняем. Сейчас возьмем их. Загоним под воду. Все, отлично. Так, вы идите тут к вашим друзьям. 200. Давайте. Красиво тут. Окопанных будем расстреливать просто-напросто и все. Аккуратно тут. Давайте быстрее. Опять мы моряков теряем. В первую очередь надо забрать вот всех, кто тут бегает, потом уже приступать к штурму. Так, у нас ранили, мне кажется, вот здесь командира. А что вы тут делаете вообще? Блин, как вы там оказались? Так, в рукопашку побежали. Это, конечно, им удача. Давайте. Прикрываем. Все, побежали, отлично. Ладно, тут уже надо выступать, а то сейчас сольем, блин. Тут бегут, вы стоите. Давайте забираем. Тут окопались пока что. Где наша артиллерия? Флангуем, ну ладно, короче. Просто тут нас больше задавим мясом. Все. Вы. Здесь можно флангануть неплохо. Что-то не выглядит, что задавим мясом. Честно вам скажу. Давайте в рукопашку. Двести многовато, мне кажется, конечно. 200 этих артиллеристов. Зачем мне столько? Friendly fire. Закидываем мясом. 80 тысяч потратили. Сейчас мы это все дружненько сольем. Главное, на самом деле, чтобы этих не убивали. Командиров моих. Офицеров. Остальное не так страшно, меня не беспокоит. Двести уже куда-то вообще вырываются, непонятно куда. Тут давайте уже в наглую идите просто. Рубайте все, что движется. Все,
все отступает, ничего не понятно. Бегут. Нет оружия. Тут встали ребята почему-то. Давайте, бегом. Тут, ну как всегда, вот я говорил, главное моряков держим. Ну все, закончили миссию. Победа. Можно уничтожить, только смысла в этом нет. Потеряли 600 человек. Уничтожили 1400. То есть армия 0. Флот потерял. Ну, нормально. Победа. Все, больше помощи Нью-Йорку не придет. Поэтому я думаю, все будет хорошо в Американской Федерации. Так, возмездие. Британцы были не подготовлены к нападению на блок, на остров Блок. И он был захвачен. С нынешнего дня наши корабли могут безопасно плавать в этой зоне, использовать порт для прикрытия и пополнения припасов. С другой стороны, британцы в Нью-Йорке были оставлены в раздумьях, почему припасы, ну, снабжение их припасами занимает так много времени. 25 тысяч денег получили, которых мы сейчас сразу минус 21 репутации и одно очко карьерное. Технологии возможно на 10%. Тогда мы быстрее откроем тир 3. Но с другой стороны, тут можно потратить что-то недорогое, выкупить и все. То есть давайте 5% на выживаемость наших ребят, капитанов. Следующий уровень. 29 тысяч, август. Наступил сентябрь. Так. После ваших успехов в районе Новой Шотландии французы согласились оказать нам дополнительную поддержку. Несмотря на то, что у нас дефицит с запасами повсюду, но вы являетесь одним из наших самых способных командиров, поэтому вам предоставляется возможность выбрать одно из того, что доступно. То есть firearms, это нам оружие дадут. Или же пушки для земли. Ну, понятное дело, что у меня артиллерии в принципе нет. И я чуть-чуть криво играю наземные битвы. Поэтому я беру firearms. И вот, репорт. Ваш выбор доставлен. И награда — пустота. Ну, понятно. Тут добавился еще значок. Минус 25% фандинг. То есть обслуживание уменьшилось, видимо. Ага. Что у нас тут? Шкурки. Оставайся голодным. Блокада на севере. И охота на севере. Но это мы уже посмотрим в следующей серии. Поэтому не забывайте прожимать лайки, подписываться. Этим вы меня поддержите. И оставлять комментарии. Всего хорошего. Увидимся в следующих сериях.